Друзі, мої вітання. Сьогодні 2 січня. І сьогодні у нас новий формат відео. В зв'язку з тим, що початок нового року, більшість фермерів якраз реалізує свою продукцію або перед новим роком, або на початку наступного року. І, в принципі, вже планують закуповувати добрива на майбутній сезон. Це стосується більше озимих культур, тому бачу доречним сьогодні надання цієї інформації, тому що доволі багато звернень з приводу того, що яким краще, чим краще, коли краще, як краще. Тобто, ну, дуже багато сьогодні запитань, тому що кожен фермер шукає сьогодні, як бути ефективнішим в цих умовах, тому що вартість добрив і вартість нашої сільгоспродукції вирощеної, ну, змушує нас бути ефективними. Тому дане відео сьогодні присвячується, як все ж таки підвищити ефективність від використання добрив і отримати кращий розвиток культури і в подальшому кращий фінансовий результат. Сьогодні долучиться до нас так званий Smart No-Till, це Андрій Борисович Чечота. Це буде сьогодні у нас нашим експертом. Я буду робити свою презентацію, а він буде все ж таки висловлювати свою думку з приводу того чи іншого слайду нашої презентації. Тому, якщо у вас будуть запитання, то запитуйте вже під відео, будемо відповідати вам в коментарях. Також, якщо у вас є що, як кажуть, додати, то можете написати коментар, все ж таки, як ви вважаєте найефективніше, чим працювати, як працювати для того, щоб отримати кращий результат в вашій зоні. Тому що загалом це буде така більш усередина презентація для більшості регіонів, але все одно ми концентруємо свою увагу на півдні, тому що все ж таки зернових більше вирощується в південній частині нашої України. І Андрій Борисович якраз такий явний приклад того, як працювати в посушливих умовах і отримувати гарні результати, якими він ділиться також на своєму YouTube-каналі. На жаль, живу презентацію ми вам зробити не можемо, щоб ви онлайні задавали питання. Тому задавайте, ставите вподобайки для того, щоб підтримати дане відео і його побачили якомога більша кількість фермерів. Друзі, Андрій Борисович вже долучився до нас, тому починаємо. Що, коли і як? Для початку трошки теоретичної частини, для того, щоб було просто зрозуміло, бо я знаю, що багато хто з вас цю інформацію вже знає, але все ж таки хочу трошки нагадати, і для тих, хто не знає, буде інформативно це послухати і зрозуміти для себе все ж таки, що формується наша врожайність. Перше – це кількість схожих рослин, тобто не завжди ту норму, яку ми сіємо, ми отримуємо, як кажуть, рослинок повноцінних, уже схожих. Тобто може бути або пошкоджене насіння, або десь воно вже, як кажуть, отримало вплив там від хвороб або від шкідників, і ми по факту можемо не отримати ту задану кількість, яку ми сіяли. Тому треба для себе зрозуміти, скільки у нас схожих рослин є на сьогодні. Да? Друге – це кількість продуктивних стебел. Наші продуктивні стебла вже з'являються, як потенційне кущення з'являється вже на четвертому листі, і азот, в принципі, вже потенційно впливає, починаючи там з другого, з третього листа, на формування додаткових продуктивних пагонів на кожній рослині. Тому, якщо ми хочемо впливати на цей фактор, то ми маємо вносити азот якомога раніше.
Третє – це кількість зерна в колосі. Тобто на даному графіку, який я взяв по цій ссылці на сайті Агроном, ми бачимо те, що зернини в колосі починають формуватися з фази 30. Насправді, я думаю, що вони починають формуватися трошки пізніше, там, вірніше, раніше, там, з 28 і з 29. І в цей період формується, яка кількість колосків буде на кожному колосі. І потім уже в подальшому буде формуватися, скільки зернин буде в кожному колоску. Про це далі трошки пізніше. Трошки більше пізніше. І четверте – це маса тисячі насінин. Тобто вже на початку там молочно-воскової стиглості рослинка буде формувати масу тисячі, яка буде вже це фінальний етап формування нашої врожайності. Борисич, є добавить що то по цьому слайду? Ну, у каждого количества всхожих растений на гектар как бы свое. Тут уже каждый для себя должен определить, ну, опытным путем. Как для нас, для юга, для засухи, скажем так. Вот, то у нас, ну, я считаю, что для нас 2 миллиона это потолочное значение вообще всхожих растений должно быть, ну, всхожих семян на гектар. Вот. Но если считать, как бы, что при кущении, то даже если по два колоса будет с каждого семени, это уже 400 растений на квадрат, ну, 400 колосьев на квадратный метр. С головой хватает. Что касается, когда формируется количество продуктивных стебель, ну, понятно, во время кущения тут, что тут рассказывать. И я скажу даже, наверное, количество колосьев закладывается, не так, количество колосков закладывается кущение, выход в трубку. Ну, это не я сам придумал, это я когда-то Лену Дудкину спрашивал, и она мне это все там рассказывала и расписывала. Количество зерен в колосе, это вот, ну, по твоему слайду, это получается 37-я где-то фаза. Да, это вот когда из пазухи листа появляется щеточка вот эта вот ости, да, и вот этот период, он в зависимости от наличия влаги, там, да, от температур, он там занимает от 5 там до 8 дней. То есть вот в этот период как раз закладывается количество зерен в каждом колоске. Ну, а масса тысячи там, понятно, она уже на Ну, я наличие. понял. Судя с этого графика, начинается с 30-й фазы BBCH, да, то есть формирование количества зерна Просто в вот это колосе. и есть показатель, да, то есть когда Да. тебе вносить азотное питание, то есть за что ты как бы пишешь этот, вообще весь, все это видео. То есть на эту каждую фазу, если по науке, да, то надо вносить дробно, каждую фазу отдельно, для того, чтобы получить максимальный результат. Вопрос в том, будет ли у тебя такая возможность, это уже пятый. Вот. А как бы если по науке смотреть, то это вот в каждую фазу. В чем и суть дробного внесения? Ну, согласен, то есть это влияние на каждую фазу продуктивности нашего растения, да, Да, то есть потому что для если того, ты чтобы на получить кущение максимальный какой-то, результат. да, на кущение у тебя питание есть, а потом ты выходишь там в эту 37-ю фазу, когда у тебя количество. То есть у тебя уже сформированы продуктивные колоси, а потом в каждом колосе начинает формироваться количество колосков. А в эту фазу у тебя уже не хватает питания. Соответственно, ты количество колосков получишь. Ну, пусть там рядов давай, да, по-простому скажем. Там можешь получить 6, а можешь получить 8. Это что же, как бы, да, разница. И, соответственно, количество. Вернее, это кущение, выход в трубку. А количество зерен в каждом колоске, вот, в 37-й фазе. Опять же, если питания нет, ты можешь получить по одному, по два зернышка в каждом колоске. У тебя будет 8 вроде ступеней, 8 рядов. Там 16 Об на 2, этом это сейчас будет чуть-чуть попозже, Борис, чуть-чуть 30 позже. зерен. На Да. следующем слайде буквально. Хорошо.
Так, продуктивні стебла. На лівій фотографії у нас знаходяться чотири окремих рослини з різною кількістю продуктивних стебел. Це всі рослини були, вони росли поруч, це з одного ряду, це не було вибірково десь по полю. Але ми бачимо, що це вже практично ці стебла, що ми бачимо, вони вже будуть продуктивними, тому що рослина знаходиться вже в достатньо великій фазі. Вона пройшла фазу виходу в трубку. І ми бачимо, що одна із рослин має продуктивних стебел набагато менше, ніж всі інші. Чому? Тому що вона, якщо наші рослини потрапляють в некомфортні для них умови, вони будуть формувати менший потенціал врожайності. Некомфортні умови можуть бути там неякісний посів, там, наприклад, або от з даного прикладу це був просто двійничок. Тобто одна рослинка страждала від того, що в неї був більший сусід, і вона не розвивалась. Це стосується те, що Андрій Борисович на початку зазначав, що для зони півдня достатньо 2 мільйонів, тому що, незважаючи, ми можемо хоч і 6-8 посіяти, але якщо вони будуть відчувати цю конкуренцію, вони просто не будуть формувати навіть при оптимальних термінах посіву, оптимальних всходах, вони не будуть формувати додаткове бічне кущення, тому що вони просто будуть в великому дефіциті. Що стосується правої фотографії, це ми бачимо, коли рослини знаходяться приблизно в однакових умовах і формують достатньо однакову кількість бічних паганів на рослині. Ми бачимо, що дана рослина тільки починає перехід в трубку, і це те, що ми бачимо, бічні пагани, вони не 100% будуть продуктивними. Тобто, знову ж таки, рослина для себе буде определять все ж таки, яке в неї є живлення, скільки їх на квадратному метрі, для того, щоб зрозуміти, скільки вона може цих бічних паганів витягнути і сформувати на них достатню кількість зерна для того, щоб заколоситися. Тому все ж таки буде на цей фактор впливати живлення. Якщо ми будемо в період перед виходом в трубку достатня кількість азота будемо вносити, то ми не будемо втрачати це бічне гілкування, да, там, чи кущення, додаткові пагани. Але насправді ми можемо простимулювати цей період, не втратити додаткове кущення, але прийдуть жорсткіші умови, і рослина все одно втратить або сформує просто невеличкий колос, який, в принципі, все одно сформує ту врожайність, яку потенційно ми можемо отримати на тому чи іншому полі в той чи інший рік. Борисе, чи є що тут додати? Ну, ты все сказал, в принципе. Я вот вернусь к первому, к левой фотографии. Вот это вот самое первое растение, где там, грубо говоря, один продуктивный колос, Там остальное двоечка, да, двоечка. побеги там мертвые. Вот, ну, если у нас посеять 6 миллионов, то у нас все растения будут выглядеть именно вот так. Ну, и не только Не у все нас. растения, все равно будут те растения, которые окажутся более в комфортных условиях, и они будут иметь больше. Вряд ли при норме высева 5 миллионов, 4 миллиона, 6 миллионов растения будут выглядеть как оставшие вот эти крайние правые. Ну, это я таких не видел, только на краю, на опашке поля. А так всегда мы выходили при такой норме, я же тоже ее сеял. Всегда мы выходили вот это 1-2 продуктивных колоса и сбоку калечные там какие-то там паростки, которые в апреле месяце уже отмирают. Поэтому Ну, компания... просто же не... вопрос же не только в количестве, да, продуктивных стеблей, а вопрос же еще в корневой системе. То есть вот корневая система в этих трех растениях будет намного мощнее, чем в этом левом первом растении. А мощная корневая система – это тебе и питание, и достает влагу с других вообще горизонтов. Правильно? Конечно, без корня не будет растения, 100%. Правильно. Если у тебя будет верхняя вегетативная масса вот такая, ну не будем матюкаться, калечная, да, то, соответственно, и корневая система будет, соответственно, в верхней вегетативной массе. Не может при такой вегетативной массе наверху быть мощная корневая система. Ну, в принципе, невозможно.
Хочу добавить от себя, что компания Bayer заложила, то есть Bayer Arena Юг сейчас нету, в связи с теми условиями, которые у нас были в прошлом году и в этом году. И они там переместились в Первомайске, заложили в этом году, вернее, в прошлом году заложили опыты с посевом озимой пшеницы с разными нормами. Ну, тот когда-то Вадим Дробитько проводил такие опыты, там от полумиллиона, но я не помню, какая у него максимальная там была норма высева. Они Три. заложили от полумиллиона до шести, то есть там была град... Да. Три было у него. У них было от полумиллиона до 6 миллионов, то есть было полмиллиона, миллион, и потом с градацией по, ну, через каждый миллион. И есть видео на их официальном канале, там, где они делали уже перед уборкой, то есть уже там, ну, на фазе там молочной спелости, они делали уже срез по результатам, и у них вышло то, что на полмиллиона было 18 среднее кущение, то есть продуктивных уже, и на 6 миллионах было полтора. То есть они на каждом участке получили одинаковое количество продуктивных стеблей на уровне 9 миллионов на всех участках, вне зависимости от нормы высева. Они провели уборку, и у нас есть общий знакомый Иван Александрович из Бессарабии. Там я подслушал там определенные, ну, как бы попросил его узнать. Я не могу пока озвучивать эту информацию, но там была урожайность достаточно высокая, и просел только первый урожай, ну, первый участок, там, где было полмиллиона. Все остальные сформировали одинаковую урожайность. И даже в этом видео есть комментарий самого человека, который делал вот эти замеры. Он говорит: мне не нравится полмиллиона, потому что они неравномерно распределены. Потому что у них были опыты с одним сменным фактором. Они не могли посеять с другим междурядьем, потому что это уже было бы два фактора, и уже тогда их опыт не считался действительным. Поэтому они с одним сменным, как говорится, фактором, это только норма высева, они проводили со стандартным междурядьем, там 15-17, неважно. И когда они уже сеяли полмиллиона, они не смогли просто равномерно распределить. Поэтому я думаю, что если увеличить междурядье и равномерно распределить, то и полмиллиона могли бы сформировать ту же самую урожайность. Там разница была в меньше 10%, то есть от потенциала, то есть всех остальных норм. Ну, едем дальше. Кількість зерен в колосі. Ми бачимо зліва фотографію. Це колос з Технополь Агро. В кабінеті на столі ми фотографували даний колос. Ми таке вже бачили і у Андрія Борисовича, і у Вадима Дробітька, коли у стандартного колоска знизу формується додатковий колосок, який там формує там, ну, в кількості там дві зернини здебільшого. Там він не формує чотири, тобто це не повноцінний колос. Тобто, хоча, якщо ми подивимось, то знизу два колоска чомусь не сформувала, але всередині колоса сформувала додаткові колоски. На це все ж таки вплинули комфортні умови в період, коли формувалися колоски, це там 28, 29, 30 фаза, і достатня кількість живлення. Тобто рослинка сформувала велику кількість колосків. Скільки вона потім сформує зерна, це вже буде в період вегетації. Але для прикладу, справа фотографія, це з мого поля в цьому році. На даному полі десь середня була щільність продуктивних колосу десь приблизно там 250-280 штук на метр. Тобто до збирання ми мали там в середньому 2,6, там 2,7 мільйона. Ми можемо бачити, що там навіть зерно виглядає, тобто достатньо висока маса тисячі була. І чому це відбулось? Тому що весь азот був 100 кілограм касу внесено з осені, вся норма повністю, весною нічого додатково не вносилось. І нітратну форму азота ми використали ще до весни,
Весна була холодна, дощова, і аммонійна форма дуже повільно переходила в доступну нітратну для рослини. І рослина скинула достатньо велику кількість бичних паганів, і залишила там по одному, два, ну, кой-де. Тобто я розумію, що якщо 2 мільйони сіяли і отримали там 2,7 до збирання, то там великої кількості продуктивних паганів додаткових не було. Але незважаючи на те, що рослинка скинула, вона це скомпенсувала потім кількістю насінин в колосі і масою тисячі. І незважаючи на те, що тут була досить низька норма, ну тобто щільність до збирання, то ми все одно тут на даному полі отримали 5 тонн. Там, де було 200 кілограм каса, було 6 тонн, і там була середня 3,2 мільйона на момент збирання. Борисович. Ну, вернемся просто к тому же, ну, можем обратиться к тому же, к первому файлу, в котором вот по количеству зерен в колоске, да, ну, во-первых, да, начнем с конец кущения, выход в трубку, это получается какая здесь, 32-я. А тут с 32, 30-й начинается а вот шкала, идет с это, еще 30-й. раз говорю, это здесь формируется количество колосков в зерне, в колосе. То есть, Голосе. да, количество ступеней, рядов, там, то как угодно называют. То есть, ступень, ряд – это колосок. Вот количество колосков формируется именно в период выход, конец кущения, выход в трубку. А количество зерен в колоске, в каждом индивидуально, формируется вот в 37-38 фазу, ну, в простонародье можно сказать, когда вот из пазухи листа начинают выглядывать ось. Этот период достаточно короткий. Вот там Ну, от влияет. я коментарі, извиняюсь. От здесь от коло збоку показан, і здесь от ідуть, грубо говоря, два ряда колосків, вліво і вправо, да? Да. От ідуть колоски. Тобто ми можемо посчитати, скільки колосків. А на цій фотографії ми бачимо кожен колосок і скільки в ньому сформувалося зерна. От в середині колоса ми бачимо, що здесь до 5 зерен сформувалося в кожному колоску. Вот это же и есть основные периоды для внесения азотных удобрений. Ну, а как вносить, я, ну, скажу, там позже у тебя будет следующий файл, разберем. Поговоримо, да. Йдемо далі. Тому підсумуємо розрахунок нашої врожайності, коли ми отримуємо якусь певну кількість продуктивних стебел, отримуємо якусь кількість насінин і якусь масу тисячі цих насінин, тобто наскільки вони виповнені. І в середньому, якщо візьмемо середнє статистичний колос, це там на рівні 1 грама, це приблизно там 25 насінин з середньої маси 1040 грам. В цьому році була маса 1000 навіть до 50, у деяких, можливо, навіть було більше 50, тому що натура була на перший клас, але білку не було, тобто зерно було крупне, таке, ну, відбірне. Як кажуть, це не кожен рік так буває, але в середньому беремо за основу масу колоса 1 грам. При зменшених нормах ми спостерігаємо, що ми завжди десь плаваємо десь на рівні там 1,5-2 грами маси колоса. І все ж таки для зону степу, для розуміння, просто для більш-менш розумілого підрахунку, скільки необхідно і якого азоту, нам треба розуміти, що ми маємо отримати на момент збирання. Ми маємо в зоні степу отримати в середньому там 350, максимум 450 рослин на квадратному метрі. Якщо це стосується там лісостепу або Західної України, там 550-650 – це найоптимальніше. Тобто все, що буде більше, ніж 650 в лісостепі і в степу більше ніж 450, 100% призведе до зниження врожайності, до вилягання посіву, тобто там треба буде більше працювати з розрегуляторами, ці посіви будуть потребувати більше азоту, але насправді вони все одно сформують менше, ніж оптимальна, ну, норма продуктивних стебел на квадратний метр. Борисич.
Ну, давай так. Первый пункт. 3 миллиона и 3 тонны. Ну, я скажу, что при такой, если рассчитывать на эту урожайность, то, в принципе, даже за азот можно не разговаривать. Да, при норме посева 3 миллиона дать 50 килограмм селитры при посеве, и ты получишь своих 3 тонны, даже как бы у нас. То есть тут можно уже даже как бы не обсуждать. Что касается второго пункта, зона степу, количество продуктивных. Ну, 450 это для нас очень много. На протяжении там, последних, наверное, 10-12 лет у нас на момент уборки, независимо от того, с какой нормой бы я ни сеял, и 5 миллионов я сеял, и миллион, и 800 тысяч, и 400 тысяч я сеял, мы все равно выходили в уборку 350, от 300, 370, вот так, колосьев в квадрат, на квадратном метре. Больше не было. Рекорд для нас был, это 21 год, это у нас было 500-520 колосьев, это был рекорд. Но при всем при этом он нам не позволил все равно получить как бы достойную урожайность. Там, ну, другие факторы сыграли, скажем так. Ну, то есть погодные условия питания сложились хорошо, и мы получили рекордное количество колосьев на квадратный метр. Ну, природа, она сама отрегулировала так, как ей было нужно. Что касается третьего лесостепи, 550-650, опять же вернемся к норме высева. Да? Тут, ну, исходя из этого количества колосьев продуктивных, опять встает вопрос, а надо ли той же Тернопольской или Ивано-Франковской области, да, там, Хмельницкий, сеять по 5 миллионов, там, как они сеют, по 200, по 250 килограмм. Сеять те же 2 миллиона, получи по 3 колоса к уборке. И получишь тех же 600 растений. Я При... согласен. Да. Да, первый Просто пункт я надо попробовать. просто. Есть у меня просто, ну, подписчики, там, они же клиенты, там, с Винницкой области. Вот, которые тоже сеяли с нормой высева там 2 миллиона и были приятно удивлены. И не один год уже. Да? И они продолжают так сеять. Хотя соседи как бы, ну, крутят пальцем у виска. Никто же никому не мешает попробовать на собственном участке, да, отсеяться с этой небольшой нормой и получить сравнение. И получить результаты, сравнить и посмотреть, а надо ли. Ну, для небольших хозяйств, ну, тут, понятно, перерасход семян, он не сильно влияет как бы на экономику. А для хозяйств там 1000 гектаров плюс, ну, это уже очень большие деньги выходят. Борис, я согласен. Я просто как пример привожу то, что, допустим, знаешь, как у нас все хотят видеть газон, да, там все хотят видеть большое количество стеблей, чтобы масса такая была. Но как показывает практика, что мы же выращиваем все-таки не солому, мы выращиваем урожай, да, поэтому нам важнее все-таки, какая у нас масса колоса. И на это За это. будет влиять, конечно же, и количество, сколько там мы насеем, да, то есть, хотя все равно оно отрегулирует. Но люди перестраховываются, потому что мы понимаем, что, знаешь, как вот мы часто говорим о том, что, да, там пропагандируем сниженные нормы, и некоторые, ну, есть люди, которые пробуют это, да, и не получают результат. Почему? Потому что к этому вопросу нужно подходить более тщательно и более ответственно. То есть, если ты идешь в сниженные нормы, ты должен не с кучи набирать там пассивмат, ты его должен подготовить хотя бы хоть как-то, хотя бы примитивно. Я не говорю там уже идеально. Ну, конечно, в идеале то купить там либо у тебя семена, либо там есть у нас и Саша Чумак. То есть, есть люди, которые там ну, занимаются профессионально подготовкой пассивмата, да. Второй момент – это подготовка почвы, да, то есть как ты готовишь, либо отсутствие этой подготовки. Третий момент – это чем ты сеешь, на какую глубину ты сеешь. Там, четвертый момент – это там, период посева, да, там, и получение сходов. То есть я тоже, вот как было сухо, и ты так же само не сеял, да, то есть не было понимания вообще, когда пойдут дожди, ну, для нас не было понимания, то есть как растения получат развитие, а для многих не было понимания, с какой нормой сеять, потому что люди боятся 2 миллиона сеять, им проще посеять 5-6 миллионов, получить стабильных своих там 400
каких-то растений на весенний период, докустить его там немножко, либо оставить просто эти 400 растений на метре, получить свои 5-6 тонн и не париться ни за что. Поэтому, ну, тут... Смотри, есть, ну, к норме высева и срокам. Ну, мы не знаем, как сложится погода. Вот мы посеяли, да, и я там видео делал, там сходы, у нас там дождь пошел, по-моему, 7-го, когда конференция была, 7-8 ноября, да? Да, Вот у нас с да. 7 на 8 10 ноября миллиметров. прошли продуктивные осадки, после чего мы там через 5-7 дней мы получили всходы. Потому что ты правильно говоришь, что, ну, посевной материал, понятно, не скучен. Но даже если ты его просто на обычном петкусе там подготовишь, Ага, помочишь, хотя бы так. хотя бы так, более-менее по размеру хотя бы откалибруешь, там уберешь этот эгилопс, там бромус, эти злостные сорняки и посеешь. То есть это первый фактор, но один из самых главных в том же числе, это качество посева. И качество посева не в том, что даже как он расставит там в ряду. Понятно, там, если даже ты 2 миллиона сеешь с междурядьем там 20 сантиметров, оно у тебя более-менее равномерно в ряду, все равно ляжет. А вопрос именно в глубине. Это я, ну, тоже сталкивался и увидел это, в принципе, 5 лет назад. То есть 15 лет я на это не обращал, ну, обращал внимание, но не понимал причину, не знал, куда смотреть. А лет 5-6 назад, ну, вот иду по рядку, да, и одно растение уже, ну, хорошее кущение, уже 4-5 стеблей, да, а второе калечное такое, три листочка, они худенькие, тоненькие, ну, просто печальные. Опять там идет нормальное растение, опять там полметра таких калечных растений. В одном ряду непонятно чего. Сеялка уже хорошая, да, уже как бы, ну, дорогая и, ну, нормально сеет. Хватило мозгов, лопатка просто была под рукой, начал копать. Вот там, где хорошее распущенное растение, оно посеяно на глубину там 1,5-2 сантиметра. А там, где оно калечное растение, оно 5-7. Возникает вопрос, как так может быть на, ну, на хорошей сеялке? Подхожу к сеялке, а как мы делаем обычно? Выставляем глубину, допустим, да, там 3 сантиметра глубина посева. Заходим в поле, начинаем сеять. И смотрим, часть семян как бы не ложится на должную глубину. Что мы делаем? Мы добавляем глубину, да? Все ложилось глубоко, чтобы не было Да, ничего а сверху. потом нет. А ну и вроде ты прошел, покопал, да, вроде все на 3 сантиметрах лежит. Потом, когда ты получаешь всходы, и видишь вот такую лесенку. То есть суть в чем? Оно идет, где земля более уплотненная, оно положило тебе на твоих 3 сантиметра. То есть ты поставил 3 сантиметра глубины, а потом взял и поставил 5 там, или 6. И оно, где более плотно, оно еще ложит на 3. А где уже более мягкая почва, оно провалится на ту глубину, на которую ты поставил. И оттуда вот такая волнообразность именно в растениях, даже в одном ряду. То есть надо добавлять не глубину, надо добавлять давление на сошник. Тогда оно будет ровно на все на одной глубине. И это есть, ну, самый практически, наверное, основной фактор вот именно в качестве посева, именно по глубине. Для того, чтобы всходы получить равномерно по срокам, пусть там в течение 3 дней, чтобы все растения у тебя взошли при наличии влаги, естественно. И тогда они равномерно будут как бы развиваться у тебя. Это, ну, это очень важно. Это Я очень еще хочу важно. добавить. В этом году даже вот, ну, соседи фермера там подисковали, дисковали было сухо, наворотили грудку. Потом, а влаги же нет, дождей нет, знают, что туда будут сеять, там подисковали в горох. И заходили еще туда 3 раза дисковать, чтобы эту грудку сделать мельче. А все равно влаги не было, и пошли посеяли в сухую, и потом еще и катками закатали. А что такое, когда 2 грудки даже лежит, там по 3-4 сантиметра рядом, сошник между ними прошел, положил зерно, и еще каточком пошел и придавил. Зерно провалилось между грудами, оно уже на глубине. И сейчас у них всходы, они бедные, печальные, там не знают, что с ними делать, они таким рябчиком. Вроде дождь-то прошел сверху, провокации там у них не было, зерно не протрухло, просто оно лежит на разной глубине. Это первая причина, почему я перешел на ноутил, потому что я не мог посеять качественно. Все, что ты говоришь, я тренировался, катался дисками, катками, сеял, косошники прыгают, и я не мог получить нормальных сходов. Это основная причина была, почему я решил что-то менять в хозяйстве. Это в 2016 году было.
Хочу добавить от себя еще есть два момента. Это закрытие ряда, уплотнение ряда, да, то есть тоже нужно обращать внимание, как Ну, если ты закрывается сеешь ряд. сухую, то этой проблемы у тебя нет. А мы сеем в Ну, основном сухую, в да. 8 случаях из 10. Но не всегда мы сеем в сухую, в сырую, там очень важно будет, как будет закрываться ряд. И второй Это да. момент, это если пневматическая сеялка, это все-таки выдувание зерна из борозды, то есть там надо обращать внимание, с каким потоком работаете, то есть возможно подрегулировать, уменьшить немножко поток, либо ставить сбрасыватели излишнего давления, да, чтобы не было выдувания с борозды самого семени. Потому что оно тоже будет там подвисать, где вылетит с борозды, а где будет на меньшей глубине, чем планировано. Ну и з того, що ми зараз зрозуміли, як все ж таки формується наш врожай, це стосується не тільки озимої пшениці, це стосується і озимого ячменя, також це стосується озимого ріпака, тільки в ріпака не додаткове кущення, а додаткове бічне гілкування. В принципі, всі ці принципи зберігаються. Якщо на ріпаку недостатньо кількості рослин, то треба працювати над бічним гілкуванням, тобто працювати з розрегуляцією, працювати з азотом, з раннім азотом, для того, щоб рослинка все ж таки з бічних почок своїх сформувала додаткові гілки. Ну і все ж таки, яке добрива треба обрати, да, там, зрозумівши взагалі, в якому стані у нас знаходиться наше поле, ми маємо зрозуміти, який нам треба азот. І сьогодні дуже багато фермерів питань, все ж таки, з чим працювати, селітри, карбамідом. Тобто є багато запитань. Особливо всі намагаються сьогодні купити карбамід, тому що на нього адекватна більш-менш ціна, і азоту там більше. Але з карбамідом треба бути обережно працювати, так само і з касом. Тобто дуже багато сьогодні фермерів переходять на використання каса. В принципі, ми працюємо давно вже з касом. Це таке найбільш універсальне добриво, тому що містить в собі три форми азоту. Тобто не виникає питань там, чи селітра, чи карбамід, даємо одразу і селітру, і карбамід, тому що все ж таки рослині треба і на старті все одно нітратна форма, і треба, як кажуть, забезпечити її на пізніх етапах періоду вегетації. Але ж все ж таки, якщо це стосується, наприклад, той зони, як у Андрія Борисовича, коли він отримав перші опади з 7 листопада і отримав сходи, зрозуміло, що десь там 20 листопада. Тобто такі 12-го рослини, повезло. як ти мілко посіяв. Тільки Ми позже. розуміємо, що, да, що в нього рослини заходять в зиму там, в фазі двох листків. Ми там використовуємо, зрозуміло, що осінній азот. Але сьогодні ми вже про нього не спілкуємося, спілкуємось більше про весняний. То розуміємо, що навіть на таких посівах треба зосередити свою увагу більше на нітратному азоті і внести, можливо, навіть якщо закуплений кас, то внести все ж таки селітру. І сьогодні, як я вже казав, там на початку вставочку робив, що сьогодні фермер реалізує продукцію, і все ж таки треба спланувати, які вам треба добрива. Поля можна оглянути навіть сьогодні, навіть завтра, і вони до весни там суттєво не зміняться. Для того, щоб правильно обрати все ж таки, яку форму азоту вам необхідна. Ну і трошки про форму азоту. Це якби знову ж таки трошки теоретична частина, а потім Андрій Борисович додасть зі свого практичного досвіду. Тобто є у нас нітратна, це сама швидка форма, да, яка засвоюється дуже легко рослиною, тобто затягується в саму рослину. Потім це сама рухлива форма, вона може у нас втратитися або за рахунок промивання на легких ґрунтах, це стосується більше півночі нашої країни, або може на денітрифікації, це теж стосується півночі України, коли буде вода стояти на полях, то там відбудеться процес денітрифікації, буде випаровування
N2. Потім є у нас нітритна, це між амонійною і нітратною. Амонійна форма азоту, тобто для нас сама стійка, тому що вона не втрачається, вона сама стабільна. Форма аміака NH3 і амідна NH2. Тобто мідна це те, що міститься в карбаміді. І даний слайд я взяв з сайту Суперагроном. Це презентація була компанія ХЕТЕ, в якій вони презентували свої нітрифікатори. Тобто сьогодні все більше і більше йде, як кажуть, використання цих препаратів. Фермер намагається не втратити. В принципі, препарати, можливо, робочі, є багато інформації, але в принципі більш позитивно. Але цей слайд просто для розуміння, як відбувається переходи з цих форм в форму. Тобто є у нас, наприклад, амідна форма азоту, якої треба велика кількість вологи, тому карбамід треба вносити якомога раніше, або по мерзлоталому, або по мерзлому ґрунту, який скоро розтане, або під дощ для того, щоб все ж таки амідна форма зв'язалася з вологою, тому що їй треба до NH2 приєднати ще дві молекули чи два атома водню, да? Тобто зробитися NH4. І в процесі цього переходу під дією такого фермента уреаза, який доволі стабільний в ґрунті, він зберігає свою стабільність до 50 років, по деяким даним вчених. Його синтезує не тільки там рослини, але ще й мікроорганізми. Тому цей ураз, фермент урази, він переводить амідну форму в амонійну. Якщо у нас недостатня кількість вологи в ґрунті, то у нас йде втрати на NH3, тобто йде формування самого аміакоподібного азоту. Тобто ми тут можемо втрачати. І потім йде переход з амонійної форми в нітратну форму. Це більш такий легкий, стабільний перехід, вірніше, в нітритну форму. І потім уже нітрат. Тобто також є використання інгібіторів нітрифікації. Це коли в переході з амонія в нітрит. Тобто цей процес призупиняється, він проходить повільно і не дозволяє швидко формуватися нітратної формі, яка може втратитися. Ну, це загалом такі загальні принципи, що просто для розуміння, що як, де ми можемо втратити. Найбільше ми можемо втратити в переході з амідної форми в амонійну, там до 35%, але далі я ще приведу слайд, що на це може впливати. Борисе, чи є щось додати? Следующий, давай. Загрузил теорию. Идем дальше. Ну, следующий слайд, где у тебя по срокам идет. Тепер все ж таки треба розуміти, наскільки швидко відбуваються ці процеси, щоб зрозуміти, коли ми вносимо ту чи іншу форму добрив, щоб зрозуміти, коли вона буде доступна для рослин. І тут табличка у нас з переходом, скільки необхідно часу при той чи іншій температурі для того, щоб азот перейшов з одної форми в іншу. NH2 це у нас карбамід, NH4 це у нас амоній. Тобто перехід з амідної форми карбамідної в амонійну форму при температурі плюс 2 градуса відбувається на протязі 4 діб. Тобто ми розуміємо, що це довгий період переходу, в який сам по собі вже не буде великих втрат мати. Плюс 10 температура поверхні ґрунту, це буде 2 доби, і плюс 20 це 1 доба. Тобто розуміємо, що буде інтенсивний перехід, в який може потягнути за собою великі втрати. NH4 в перехід, тобто амонійної форми в NH3 в нітратну форму, найбільш доступну для рослини, це вже буде відбуватися при температурі плюс 5 – це 6 тижнів, плюс 8 – це 4 тижні, плюс 10 – це 2 тижні, плюс 20 – це 1 тиждень. Ми розуміємо, що цей перехід, тобто чим більша температура, чим швидше буде ставати азот доступний. Тобто це
Плюс 20 це стосується, коли ми будемо давати румам, наприклад, під дощик, то ми будемо розуміти, що, наприклад, і будемо впливати на етап формування врожайності, наприклад, на масу тисячі, то ми будемо розуміти, що це за тиждень буде весь азот, той, що ми дамо, наприклад, ці літри, він буде доступний для рослини. І, наприклад, якщо ми будемо вносити при температурі плюс 5, то ми будемо розуміти, що якщо у нас буде весь азот або NH4, або NH2, то це буде мінімум 6 тижнів, коли він буде максимально доступний для рослини. І ці 6 тижнів рослина залишиться взагалі без азоту. Тому, якщо азот буде необхідний на виході, при виході рослини з зими, тобто докусити її треба, то все ж таки треба звертати на те, щоб в добриві була велика кількість НО3. Якщо у нас достатньо бічних паганів і додаткового кущення нам не потрібно, тоді ми зменшуємо НО3 для того, щоб все ж таки, поки вивільниться азот, рослинка перейде в фазу вже формування колосків або зерна в колосках, і тоді цей азот буде максимально доступний. Також, що впливає ще на втрати, це, як я вже казав, температура. Тобто, якщо плюс 10, вірніше, якщо плюс 7 і 10 днів буде амідна форма знаходитись на поверхні, то може бути там до 6% втрат. Якщо буде, наприклад, температура 32, то за 10 днів вона втратить 20% від амідної форми. Тому треба достатня кількість вологи, щоб карбамід зайшов в ґрунт і розконцентрувався там, для того, щоб не було цих втрат. Ну і також ще що впливає, то це pH ґрунту. Тобто, чим вищий pH ґрунту, тим втрат може бути більше. Тому звертаємо увагу знову ж таки на наш pH ґрунту. І розуміємо те, що на високолужних ґрунтах треба бути обережним знову ж таки, з амідною формою, з карбамідом або з касом. Вносити його тоді, коли холодніше. Борисич? Следующее, да. Дальше? Не, вот. Ну, є таке твердження серед фермерів, спілкуєшся з ними, є, кажуть, наприклад, я буду вносити сульфат амонія. Чому будеш вносити сульфат амонія? Ну, тому що саме дешеве добриво. Я розумію, що не всі такі, але все ж таки є такі люди. І я хочу наголосити на вартості 1 кілограма діючої речовини в добриві. Це я взяв на сьогоднішній день приблизні ціни там по Дніпропетровській області. Карбамід 21500 має в собі там 462 кілограма в тонні азоту. І виходить у нас середня вартість діючої речовини в карбаміді азоту – це 46,5 гривень за кілограм. Ну і середня 100 кілограм діючої речовини – це на врожайність там 6 тонн. Треба нам 100 кілограм, то це треба нам витратити, щоб забезпечити азотом амідної форми 4,650. Селітра у нас 19400, там 34% азоту, це 340 кілограм, і виходить у нас 100 кілограм в 57 ДВ ти гривень. написав? А? 100 кілограм в ДВ? Не понял. 100 кілограм в действующем веществе ти посчитав? 340 кілограм в тоні, 34%. І ні, ну... Ну, ты 100 пересчитал 100 кілограм. кг действующего вещества, я правильно же говорю? Ну, в тоні 340 кілограм действующего вещества. В тоні. 34%. 1 Ну, ты кілограм стоїть считаешь, 50... не понял, ты считаешь количество азота на какую урожайность здесь? Ну, я тут от 100 кілограм действующего вещества азота. Це условно 300 кілограм селітри. На Да. урожайність 6 тонн. 300 кілограм селітри на урожайність 6 тонн? Ну да. Андрій Борисович, прокоментуєш.
Тому розуміємо, що в селітрі там вартість складає там 57 гривень, в касі 53 гривні, в сульфаті амонію 76. Тобто в сульфаті амонію насправді 21% це 210 кілограм всього-навсього азоту в тонні. І виходить у нас найбільша вартість, якщо в перерахунку на азот, але все ж таки ще 240 кілограм у нас в сульфаті, в тоні сульфата ще сірки, яка теж коштує грошей. І про сірку теж треба не забувати, тому що це один із важливих елементів, знову ж таки, навіть для засвоєння того ж самого азоту і формування амінокислот, нам необхідна велика кількість сірки. Тому при такій нормі 100 кілограм діючої речовини вже треба все ж таки розраховувати на те, що сірка необхідна, і вносити її, або це буде сульфат амонії, або це буде тіосульфат, або це буде там фосфогіпс або гіпс, який містить в собі велику кількість сірки, або це буде стартове добриво, сірковмісне. Кожен для себе в своїй технології сам приділяє увагу сірки і розуміє, де він її буде вносити. Борисич, можеш прорезюмірувати? Да, я уже просто за все сразу, Давай. чтобы не останавливаться. Начну снизу с сульфата аммония. Это, ну, мое личное мнение, что для нас это самая большая ошибка. Сульфат аммония для питания озимых культур. Из многолетней практики, не только моей, да, но и коллег, которых я когда-то там смотрел, читал и слушал. Чтобы сульфат аммония начинал работать при начале вегетации на озимых культурах, вносить его надо Октябрь. август-сентябрь месяц. Даже не так, а август-сентябрь, первая декада. Для того, чтобы он начал работать в начало вегетации озимых культур. Почему? Потому что это самое стабильное, ну, удобрение, скажем так, по промыванию. Вот. Его вносят в регионах, где сеют кукурузу, допустим, да, и вносят под вспашку. И никто не боится, то есть никто не вносит там в Сумах, в Чернигове азот, скажем, ну, если только это не безводный аммиак, да, там в сентябре месяце и пашут, потому что, ну, боятся, что уйдет, промоется азот. А сульфат аммония смело вносят, потому что он никуда не девается, он остается в горизонте. Вот. Так для того, чтобы мы получили этот азот на свои растения, его надо вносить в августе, первая декада сентября, и чтобы было во влагу. Если влаги не будет, если там дожди, как у нас в этом году, пойдут только в ноябре месяце, с него толку не будет. Она не пропадет, никуда ничего не денется, но она останется на следующую культуру, это питание. И на этот год не пригодится, и замораживать деньги, но это чушь, не сегодня, так это точно. Для поддержания агрофона, да, а для питания, ну, точно нет. Карбамид, вещь хорошая, и температурный ты режим там показал при переходе, и все, и цена у него очень хорошая. Но тоже я пробовал неоднократно. Но у нас, как правило, он уже практически не работает. Почему? Потому что сам по себе карбамид, ну, работать начинает, когда температура воздуха, это плюс 16, температура грунта плюс 16 градусов. А это у нас температура грунта такая уже тогда, когда у нас растение давно в трубке, уже начало колошение. И он может повлиять уже только, ну, может быть, на количество зерен в колоске. Но это опять же при наличии влаги. Что такое, ну, любое удобрение из этих? Это соль. Правильно? Вот. Что такое грунт? Это, ну, это фильтр. Когда ты ложишь удобрение на поверхность, получается, чтобы оно даже опустилось на глубину там 5 сантиметров, для этого нужно влага и время. Потому что грунт – это фильтр. То есть пройдет 20 миллиметров дождя,
То есть эта соль может опуститься за это время, ну, при таких осадках, к примеру, только на 5, там, на 1,5, на 2 сантиметра глубины. То есть будет еще даже не в прикорневой зоне. Понимаешь? И только потом, когда оно там опустится на определенную глубину, уже там микроорганизмы будут переводить из одной формы в другую. То есть это занимает достаточно длительный промежуток времени. И если бы я использовал карбамид как удобрение для питания, то я бы использовал его при посеве. Пример. Ну, для этого тоже нет такой необходимости. Есть прекрасное удобрение, которое содержит фосфор, серу и азот. Называется сульфаамафос. И если его дать 150 килограмм, ты получишь 30 единиц ДВшки фосфора, 30 азота и сколько там, 36, да, по-моему, серы получится. То есть всего... 14,7, 21. А 14, да, это в сульфате 26 там, да, 21. или... Да, Да, ну пусть сульфате 36. 14. 21 тоже, в принципе, вполне достаточно. То есть для старта и азот, и фосфор, и сера у тебя все есть. Да, получается дороже, чем если ты там возьмешь если ты возьмешь амафос, к примеру, да, и добавишь туда карбамида там, ну, по ДВшке, чтобы совпадало. Выйдет дороже где-то на 20%. Ну, выйдет за один раз. Ну, тут такое. Поэтому, как бы в нашем случае, для нас самое оптимальное, ну, я для себя говорю, это для нас КАС и селитра. Это те удобрения, которые, ну, нормально работают. Ну, вот то, что касается сроков, КАС при осеннем применении, ну, это, наверное, самое лучшее удобрение. И мы его даем в полной дозе. Да? Ну, опять же, насколько хватает денег. В идеале 200 литров. Да? Ну, в этом году, ну, 100 литров. Это то, что можем себе как бы позволить. А вот то, что уже касается то, что после Нового года, ну, это, конечно, наверное, селитра будет лучше. Потому что в кассе 3 ДВшки получается, сколько там, по 8 единиц там амидной формы, да? Нет, 8 аммонийной, 8 нитратной и 16 амидной карбамида. 16 ДВ. Да. Там Ну, 50% карбамида получается, то есть и... ну, то есть нитратный получается всего 8, когда мы даем. Да. И когда мы это даем уже весной, грубо говоря, да, там, или там в феврале, февральские окна, этого уже мало. То есть надо бы больше нитратных дать. И даже вопрос не в кущении. Вопрос в том, что питание для растения, оно важно не только по этим фазам, оно важно вообще от момента посева, да, как проклюнулось растение, и до момента, грубо говоря, формирования уже урожая конечного. То есть питание должно присутствовать постоянно. А мы, когда растягиваем этот кайф, там, переносим там, на март, февраль месяц подкормку, ну, вот этот большой промежуток у нас голодает это растение. И уже во все периоды, когда оно закладывает урожайность, оно его недополучает. Соответственно, с этого и закладывает урожайность. И компенсировать потом эту потерю, недостаток питания там, в другую фазу уже невозможно. Оно уже, ну, оно уже потеряло, скажем так, на старт. Я Вот. согласен, то есть ну, это работа в системе в любом случае, и чем жестче условия, тем лучше это делать раньше. Почему я там посеял селитрой, да, там пшеницу, потому что я понимал, что мне надо будет там в декабре, в ноябре вносить КАС, у меня там этой возможности нет, и я решил, что я с посевом дам эту норму азота для того, чтобы она... В крайнем случае, если не использовалась растением, ее съест биота, которая там, когда нужно будет к моему растению, она этот азот отдаст уже в органической форме. Вопрос сегодня стоит в том, что я согласен, что с карбамидом нужно быть аккуратным в плане того, что если хорошо раскученные растения, если хороший агрофон, то тогда можно все питание дать карбамидом, да? Но мы приходим к тому, что мы не можем наваливать все за раз, ту же самую селитру. Если мы дадим всю норму там 200, 250, 300 килограмм селитры, но это тоже будет неправильно, потому что мы разгоним растение, оно сформирует много боковых побегов, оно их будет тянуть, а потом на момент налива зерна, оно просто растение сдуется, потому что весь свой потенциал использовало. Поэтому
Поэтому подобрать, ну, мы много видели, когда у нас большая масса, но нету колоса. Поэтому тут подбор удобрений, дело выбор каждого. То есть наша задача дать информацию, а человек уже выберет себе. Мое мнение, что нужно дробное внесение. Часть азота при посеве, часть азота с осени, часть азота весной. Тогда это Правильно. будет. Это ты говоришь, ты правильно, но есть правила, а есть жизнь. И жизнь, как правило, показывает, что правила написаны были немножко раньше, и сегодня они уже не всегда работают. И если, ну, опять же, касаться дробного питания, то давай тогда уже сразу зададим себе вопросом, то есть на какую урожай, зададим себе вопрос, на какую урожайность мы рассчитываем. Если ты рассчитываешь на урожайность 5 тонн, да, и даешь при этом 50 килограмм в ДВ азота, ну, я не вижу смысла растягивать это удовольствие, там, дробно его вносить. Во-первых, ну, при посеве ты дал. Во время кущения выход в трубку ты опять должен его дать. То есть для этого ты уже должен, ну, или внести это румом, и чтобы сверху пошел дождь, или внести это ликвилайзером, уже в прикорневую зону, да, или внести это сеялкой. Для этого должны быть, опять же, условия. Вариантов есть два. Ты можешь, у тебя верхний слой уже будет пересушенный, и то, что ты внесешь, оно работать в этот период не будет, а дождь пойдет там в конце апреля. Вариант второй. Каждый день у тебя дождик по 1 миллиметру и не дает тебе возможность зайти в поле. И ты эту фазу пропустил. Правильно? Вот. И следующее, там, к примеру, когда оно формирует количество, там, 37-я, 38-я фаза, когда количество зерен в колоске формирует, ты тоже должен дать. У нас в этот период, как правило, уже влаги нет. Уже высокие температуры и нет осадков. И ты дать их тоже не можешь. Ну, опять же, уже много лет мы даем это все за 1 год. Если погода, скажем так, более-менее как-то сложилась, мы получим своих там 4-5 тонн. Если не сложилось, ну, мы, по крайней мере, лишней работы не сделаем, потому что каждый заход, ну, заезд на поле – это уплотнение. Раз – это работа техники, механизатора, амортизация. Два – куча времени. Три – ну, при таких урожаях, я понимаю, когда ты там начинаешь соревноваться за урожайность там 7-8 тонн и плюс, я согласен. Ну, с урожайностью до 6 тонн не вижу смысла вообще заниматься дробным внесением удобрений. Андрей Борисович, на нас могут смотреть не только такие нищеброды, как мы с тобой, которые на 5 тонн идут. Может быть, кто-то смотрит, который идет Я на тебе 8, на скажу, 9 есть тонн. те, которые не Вопрос не... нищеброды, они нас не смотрят, им нет, им, мы не интересны, у них все хорошо в жизни, нахрена на нас тратить время? Но вопрос в другом. Вопрос в том, что, например, по поводу сульфата аммония я тоже внесу свое резюме. Ты начал говорить за сульфат аммония, что его надо с осени вносить. Я делал опыты еще, когда глубокорыхлителем работал, делал опыты. Это там 17-18 год, под подсолнечник, что лучше внести там карбамид, сульфат аммония, потом аммофос. Ну, то есть мы там тренировались. Самый лучший результат был на сульфате аммония, внесенный с осени при рыхлении. Потом, значит, что касается, так же самое я тебе приведу пример там прошлого года, да. С осени было посеяно там с аммофосом, там какое-то количество, там 40 килограмм аммофоса было, какое-то количество азота, там 3-4 килограмма какого-то действующего вещества все-таки было. И потом было 100 килограмм КАСА, то есть 32 килограмма азота было с осени внесено. Опрыскивать. Весной не было ничего. А вот вижу, что нужно было дать селитру. Почему? Потому что ну, весна была холодная, азот не переходил, у меня скинуло кущение. Я приезжаю на поле, смотрю, у меня такой реденький посев. Такой реденький посев. И я ничего уже с ним не могу сделать. И когда уже на момент уборки я ходил и считал там продуктивные стебли, да, там уже заколосившиеся. Но я, честно говоря, рассчитывал, ну, думаю, ну 4 тонны потолок, больше ничего не будет.
Ну, оно там в среднем там за 5 вышло, да, там, ну, образно. Потому что там, опять же, повлияло это осадки там, и мы сформировали массу тысячи. Ну, будут ли такие условия? То есть терять И боковое кущение просто так тоже не хочется. это ключевое, что ты сказал. Это пошли осадки, которые тебе дали возможность на 100 килограммах касса осеннего внесения получить 5 с лишним тонн. А где 200 килограмм касса Шесть. осеннего, Шесть. осеннего внесения 6 тонн ты получил. Да. Но разницу Да. ты получил там, грубо говоря, 0,6-600 килограмм, правильно? Не, ну там тона была разница. Ну Там хорошо, пусть в тонна. А касс одном ты поле было покупал? пять. Хорошо, тонна. Касс ты по какой цене покупал? Это было невыгодно, потому что я его покупал по 34 тысячи. Правильно. Сегодня пшеница с места 5-150 в безнале. Это сегодня. Теперь давай в июле в уборку, как большинство Только продает. она была чуть-чуть лучше цена, чем сейчас. Но кто, я Знаешь. же знал, что я лох такой додержал, а сейчас продавать надо. Ну, она была 130 долларов там с места там, или 120 долларов она была. И 100 долларов ты потратил на касс. А если бы не было Это было таких остатков? было экономически неоправданным А 200 если бы килограмм не было касса. таких осадков, как в этом году, а ты дал этих 200 литров, а дала бы она тебе 6 тонн или нет? Или дала бы наоборот снижение урожая, как у меня это было неоднократно? Когда мы давали много, то есть погода вроде как бы весной складывается хорошая, влага есть, запас влаги есть, растения в хорошем состоянии. У меня на складе лежит вагон селитры. Говорю агроному, Давай дам. по 50 килограмм еще добавим, добавили и получаем по итогу обратный эффект. Потому что когда начинается во время, момент уже созревания, там перехода с молочной восковой, там в восковую, влажность воздуха падает ниже 10%. И просто идет усыхание, оно блокирует полностью растение, блокирует сокодвижение и начинает формировать зерно за счет реутилизации. И мы получаем вместо заплат там биологических, как в том же 2021 году, когда все считали, что там 7 плюс, а по итогу мы получили 4,3 тонны с гектара. Поэтому тут, знаешь. Большой вопрос. Я же говорю, если мы... Надо исходить из своей средней урожайности там, за последние там, 5, 7, 10 лет, там, сколько ты можешь у себя посчитать. И если у тебя средняя урожайность была, там, грубо говоря, 4 тонны, нахрена ты должен закладываться на 6 тонн или на 7? То есть у тебя погода не позволит получить этих... Ну, ты можешь закладываться на 6 тонн, будешь получать 4. 4 года ты закладывался, тратил лишние деньги, потом на 5-й год ты получил, пусть даже 7 тонн, но они никогда не перекроют того, что ты 5 лет потратил. Уже пол слайда последнего с тобой проговорили. Правильно. Вопрос в том, какую ты потенциальную урожайность хочешь, и ты рассчитываешь, какую норму ты под это можешь дать. Сегодня там у меня урожайность 5 тонн средняя за года. И вот под 5 тонн я хочу дать там в среднем 60 килограмм ДВ азот. Ну вот я тебе скажу так, вот в этом году я дал, в сезон 22-23 год я дал 100 килограмм касса, больше не дал. И у меня получилось по предшественнику горох, у меня пшеница получилась с урожайностью там 50, ну вся пшеница получилась 52 на круг. Но она по предшественнику горох продовольственная пшеница, а по предшественнику лен она получилась чистый фураж. То есть не хватило азота именно для формирования Рука. продовольственной пшеницы. Но опять же, это за счет вот этой влаги, это за счет этих осадков. Если бы этих осадков не было, я тут даже не сомневаюсь, что я бы, пусть бы получил бы 4 тонны, но я получил на льне, но я получил бы ее продовольственной. Сейчас сегодня такая разница в цене, там, грубо говоря, 30 долларов на тонне, то значит, это как раз бы, вышло бы то на то, понимаешь? Поэтому тут, очень спорный момент. Кстати, что касается карбамида, я чтоб не забыл, я вносил его в декабре месяце румом.
делил поле пополам, чтобы посмотреть, есть потери, нет потери. Потому что у американцев увидел, что они румом его вносят при температуре воздуха ниже 5 градусов. То есть плюс 5 и ниже. Вносят румом, и никаких проблем у них нет. Я попробовал, внес это в декабре, и пол поля, а вторую половину поля внес уже в марте месяце сеялкой. Ну, разницы в урожайности и в классности пшеницы я не видел. То есть могу сделать вывод, что я азот не Потери азота потерял не было. Да. при внесении рума. Поэтому... Да, потому что было достаточно влаги и были низкие температуры. А ну там даже влаги не было. Было сверху сухо, вообще идеально сухо. Но мы кинули, а утром приходишь, все равно ну, какой-то перепад температуры есть, какая-то роса просто там, где лежала гранула, ну такое Жирное темное место. пятно. Все, ну уже гранул к утру уже не было. Вечером кинули, к утру уже гранул не было. Поэтому, ну то есть могу сделать вывод, что при температуре плюс 5 и ниже вносишь румом карбамид, ну потери его нет. Если То же прибавку самое повышаю, касается. не знаю. Это то же самое касается и касса. Почему мы его вносим уже плюс 5, там, плюс 6 градусов, то есть уже перед входом в зиму мы же его так же самое вносим, когда есть возможность залезть. Ну, вам это не грозит, у вас редко грязь на полях. Идем дальше. Друзі, ну як ви зрозуміли, що дане відео не закінчилося, тому що насправді доволі довго в нас вийшла розмова. Практично 2 години ми розмовляли і проговорювали всю презентацію, тому я вирішив розділити дане відео, тому що насправді дякуючи вам, якщо ви додивились до кінця, тому що я розумію, що таких людей, на жаль, буде небагато. Тому ділимо це відео на 2 частини. Наступна частина буде буквально скоро, там, можливо, через день, в якій ми все ж таки проговоримо, чим краще вносити, які плюси і мінуси у кожного з методів внесення, і підведемо певні підсумки взагалі по даній презентації. Тому, друзі, кому сподобалась вподобайка, пишіть, коментуйте. До зустрічі!